Истории жизни, карьерный опыт, идеи для бизнеса и вдохновения. Более 100 успешных и амбициозных саровчанок собрались на ставшей уже традиционной деловой встрече «Женщина, меняющая мир». Такие мероприятия – возможность выкроить в череде бесконечных дел и забот несколько часов для себя и насладиться общением с единомышленницами. А сегодня выбрали такой формат, вроде бы и фуршетного, да, формат, фуршетного мероприятия, но в то же время будут деловые вещи, где будем рассуждать о качестве жизни в Сарове, о том, чего не хватает в Сарове женщинам, да, потому что женский взгляд, он все-таки более, ну, скажем так, критичный, что ли, он несколько под другим углом показывает те или иные стороны в вопросе. Форум «Женщины, меняющие мир» в Сарове проходит в третий раз. В этом году организаторы расширили возможности для участниц мероприятия. Если раньше на него могли прийти только бизнес-леди, то сейчас смогли удивить своими историями представительницы муниципальных, градообразующих, медицинских учреждений. Я думаю, все понимают, насколько важна роль женщины в обществе и насколько сложно женщине совмещать порою руководящую должность, да, такую большую ответственность и хранение семейного очага. Именно этому посвящено сегодняшнее мероприятие. Без внимания на форуме не осталась ни одна дама. При входе в зал им вручали цветы. Девушки пробовали сыр авторской рецептуры, а также все вместе рисовали картину с тюльпанами. Украсили вечер творческие номера. Я шла, я так волновалась, когда я сюда зашла. Так много красивых женщин. Это потрясающе. Но, ты знаешь, встретила знакомых, успокоилась. Нам подарили цветы. Так красиво! Все замечательно, все организовано на высшем уровне, продумано до мелочей. Все очень-очень нравится. Мы же успели сделать общую картину с тюльпанами. И это для меня что-то необычное, потому что я математик. Я рисовать на холсте настоящими красками — это что-то необычайное. Нас встретили с розами. И так много женщин. Все такие красивые. Очень приятно. Завершился вечер музыкальным квизом, где всем гостям предлагалось угадать музыку разных времен. Победителям вручили призы от партнеров мероприятия. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».